Всем привет! На связи Пропиборг. Уже неделю на этом канале не выходило видео помимо сочетания монстров. Время-то исправить. Сегодня у нас очередной рейтинг скинов. На этот раз раковица. Приятного просмотра. На пятом месте вам пришла кольчуга. Монстру вообще не идет эта самая кольчуга, остальные скины лучше. На четвертом месте вегетарианский бургер. Скин не особо изменил монстра, но он лучше, чем эта никчемная кольчуга. На третьем месте скелетные ветви. Заметно лучше. Ветви монстру подходят, и могут быть использованы как способность в бою. Мгновенно отращивать ветки из спины и пронзать ими соперника. На втором месте вот этот скин на летнюю песенку. Название я не нашел. Обычно сезонные скины у монстров получаются круче, чем колейские, и этот случай не исключение. На первом месте волшебник, его название я тоже найти не смог. Пускай скин не особо отражает в себе лето, он очень крутой и заслуживает уважения. На этом все. Следующими двумя в рубрике будут неприродные монстры. Затем долгое время будет так, что в нечетном выпуске будет природный, в четном выпуске неприродный. Пока что всем пока.